Теперь у нас лапка красивая. Угу. Покажи следующую. Сейчас надо на... Марс, стой. Сядь, пожалуйста. Марс, сидите. У Марса просто капилляры очень близко. Когда кровь... Расположены, поэтому, когда они стремятся, с ноготь вроде бы как и длинный остается. Но капилляры режутся мгновенно. Стой, сиди. Так, а вообще, что ты делаешь? Вот обрезала капилляр, лоб, обрезала капилляр, пошла кровь. Прижигаю марганцем сухим. Ну, моментально прижигает, его кровь дальше не идет, а ну, зарастает. Просто у многих собак капилляры расположены очень близко. И срезать нужную длину просто нереально. А как ты? Как обрезать? Секунду. Вот подушка собаки, если коготь должен быть, оказаться на ровной длине от подушечки. Не длиннее. Угу. Все, что длиннее, то лишнее. Причем вне зависимости, давай последнюю лапу. А ей не больно, когда капилляр обрезаешь? Нет. Ну, как бы не совсем приятно, но ей намного больнее, когда ходишь, и у нее ногти заворачиваются непонятно куда. Вот. То есть на глаз отмеряется длина подушки. Вот это вот, то есть лишнее у нас абсолютно. А если капилляр порезался, кристаллик марганца. Да, и оно сразу прижигает кровь. Вот. Наглядный, классный пример. Стой. Все, и крови больше нет. И собака у нас теперь красивая.